Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафер 33, и у нас продолжение прохождения игры Doom. Итак, у нас третий уровень. Поехали. После того, как заработал спутник, стали ясны масштабы и источник атаки. Оливия Пирс, ведущий ученый проекта Лазарь, ставшая главой культа, активировала адскую волну и выпустила сотни демонов из клеток в лаборатории Лазарь. Начавшаяся бойня поставила комплекс на грань полного уничтожения. Реакторы литейной фабрики вот-вот расплавятся. Сэмюэл Хейден, один из выживших, директор марсианского комплекса, предложил вам свою помощь. Но помощь вам не потребуется, вам лишь нужны патроны и способ спасти реактор, прежде чем он уничтожит базу. Ну что же. Уровень третий. Плавильня. Итак, друзья, давайте мы немного повысим громкость музыки. Ёлы-палы, она у нас на 100. Да, ладно. Ладно, ничего страшного. Так, давайте, наверное, возьмем пистолет все-таки. Так, у нас голосовое сообщение. После диагностики претерианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. Боевой рейтинг. Участвует в сражении. Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Наша правильная система не находится. Напугал. Ох, ё-моё. Сколько тут всего. Вон они уже идут. Опа. Ты там по кому стреляешь, ты? Куда он прыгнул? Вот тупой-то, а. Нажмите Е. О, итак, вспомогательный дрон. Модификация оружия. Умный прицел. Микроракеты. Давайте микроракеты. Ну что, ты еще... О, да, слушайте, это совсем пафосно. Ну ладно, не важно. Так что... Вашу мать, кто там бегает? О, блин, там этот клоун, слушайте. Да вы шутите, что ли? Какого газа? Лежу за кабан. Внимание! Температура ядра растет. Блин, час от часу не легче. Так, давайте что-нибудь придумаем очень быстро. Так, патроны. Давай, давай, давай! Твою мать! Нет, туда я не пойду точно. О! Претерианский жетон. Слушайте, можем его использовать на что-нибудь? Да, можем.
Так, система снаряжения, сканер местности. Эффективность усиления. Целебная энергия. Слушайте, вот это нам надо будет. Ладно, спешить пока не будем, будем копить очки. А там дальше, ну уж как пойдет. Да, друзья. Ничего хорошего нас тут не ждет, я так понимаю. Нет, не пойдет. Как бы нам наверх подняться? А, хрен. Так, это типа как секрет или что это? Вон наверх можно здесь, в принципе. Ладно, давайте попробуем, там будет видно. Так, здесь ничего нету. О, блин! Самое главное в эту кипящую лаву нам. О! Отлично. Цивилизованно, ладно. Твою мать, а? Клоунов там тут только не хватало. Сможем, не сможем, ну ладно, попробуем. Давай, давай, давай! Оп. Потемнело или мне кажется? Не, не кажется, нам было все. Доступ синий ключ. Нет, отказано. Блокировка отказана. Там тоже отказано. Слышите? Эти звуки. Внимание! Температура ядра растет. Ух, блин! Тварь! Да мочи ты его, что ты стоишь-то? Вроде бы все. Не все. О, блин, попал. Подарок. Внимание. Перегрузка энергии направлена в подсистемы. Так. Ну давайте еще раз броньку увеличим. Со здоровьем мы как-нибудь будем поосторожнее, а вот броня, да. Чтобы она у нас быстро не заканчивалась. Так, надо не забывать, у нас есть карта. Давайте мы ее будем смотреть. Тоже хотя бы, чтобы понимать, куда идти. Так, это здесь у нас были двери. Она имеет подуровня. Да, здесь еще сложнее становится, тут лестница есть. Будьте внимательны, будьте преданы.
доступе отказано. Ладно, желтая дверь. Так. У нас есть только нижние этажи остались. Ну что же. Кто там? Так, как мы можем туда спуститься без безопасно? Ох ты, ё-моё, ну только этого еще не хватало, а? Дерьмо. Вон, на уровень ниже можно спуститься там. Короче, ничего хорошего, я так понимаю, здесь сейчас не будет. Сейва, конечно, тут нету. О, блин! Какой шустрый-то, а? Ты там один такой? Ой! Вас много, много, много. Твою мать! С тобой проще всего. Куда побежал, блин? Так. Вот желтая карточка. Твою мать. Что это было? Так, ладно. Ты еще что за хрень такая? Отойди от меня! Тварь вонючая! Да сколько по тебе стрелять можно? Твою мать! О, да-да-да! Топлива нету, топлива нету! Боеприпасов нету. Может быть, не такая уж и плохая идея была боеприпасы себе поднять. Ай, блин, 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 блин. Фак, припасов нету. Нету. Чем я вам жопой, что ли, должен их бить теперь? 53. Ай, фак, блин. Гандон. Так, по ходу дела пора повышать боезапас. Так, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. Это у нас по броне, да? Система снаряжения, быстрая зарядка. О, зашибись. Блин, чтоб тебя за ногу, а? Ну ладно. Как бы можно все-таки спустить на то, что игра еще пока сыровата. Уже какой раз вылетает. Так, надо пока подумать, блин, что делать. Патронов маловато вообще, надо, конечно, боезапас расширять в первую очередь.
Ты у меня какой-то оборонительный тип. Ладно, хорошо, там отключены, так отключены. Давайте продолжим. Усиление четырехкратного уровня надолго повышает наносимый вами урон. Так, 17.48. Давайте смотреть. Так, это пока не интересно. Давайте смотреть здесь, что у нас. Микроракета, да, мы получили. Быстрый огонь получено. Скоростное восстановление. Нет, это не надо. Давайте с пистолетом. Сокращает время на восстановление пистолета после мощного электрозаряда. Я бы, конечно, бы сделал, но... Да, копошатся там, ходят. Система снаряжения. Быстрая зарядка. Боеприпасы, да, нам надо боеприпасы. Давайте посмотрим. Сопротивляемость среде. Защита от опасности. Понижение урона, получаемого от взрывчатых бочек, элементов, ну, это в самую последнюю очередь. Осведомленность о предметах. Ну, давайте, по-моему. Лишним не будет. О, знание секретов. Тоже классно. 48 патронов. Патроны. Так, ну сейчас начнется. Твою мать, кретин, мать твою. Нифига себе. Этого бугая, все патроны, блин, улетят от меня. Гнида. Отлично, отлично. Улучшение оружия получили мы. Зашибись, блин, а. 45 Ну все, теперь я буду все тратить только на снаряжение. Поди-ка сюда. Творя. Пошел вон отсюда. Так проблем хватает. Так, это мы вернулись. Ладно. Щит. Нет, подождите, это не вернулись. А, я все понял. Так, ну давайте дальше здесь обследуем, пока есть возможность такая. Что, еще ниже? Что-то соберем. Так, еще. Ты че, совсем что ли? Твою мать, а чем я стрелять-то буду?
блин, со всех сторон, мать вашу. Где эта гнида? Процентов это очень мало. Ну что, а вот сейчас будет по-настоящему плохо. Настолько, насколько это возможно. Так что давайте, наверное, возьмем все, что только можно. Ну что ж, с Богом. Гандонов-то сколько, смотрите, что пришло. 3, 4. Уложил двоих, блин. О, блин, что это за хрень? О, блин, только не туда. Газ. Все, я на грани, блин. Давай, 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 давай. Это что еще за хрень? Отупить, слушайте, ну это вообще просто трэш. Демоническая угроза уменьшена на 25%. Пошла ты, ты еще двери мне еще позакрывай. Так, что ж, я так полагаю, нам бы желательно проследовать к желтому ключу, к желтой двери. Так, что там? Воу-воу-воу-воу-воу! Прыжок веры, блин. Чуть не это. Какого хрена? Кто? Надеюсь, сюрприза больше не будет. А это что еще за хрень? Опа, нифига себе. Так. Дверь заблокирована. Давайте посмотрим. У нас где-то желтая дверь была. Берем карту, смотрим. Желтая дверь, она здесь, на этом же уровне. А, не, подождите. Ну, мы, в принципе, можем подняться по лестнице здесь. Ух ты, блин! Что, Грандон, делаешь-то, а? Тут бочки стоят, твою мать, придурок. Ряженый. Блин, где он, дробовик? Твою мать! Тварь. Так, что? Это еще что? Плазменное оружие. Помните, незрячий совет всегда бдит. Теперь я тоже бдить начну. Блин, а. Слышите, подарки одни, один за другим идет. Будьте внимательны, будьте приятны. Так. Это что у нас такое? Сэмюэл Хайден. Расшифрованная запись 01. Сэмюэл Хайден возглавляет совет директоров ОАК.
Наследник богатой семьи Хайден получил степень магистра теоретической физики в Оксфордском университете, продемонстрировав выдающиеся таланты сразу в нескольких областях, в том числе и термодинамики, теории электромагнетизма и ядерной физики. Еще в молодости он основал фонд Сэмюэла Хайдена, благотворительную организацию, призванную помогать одаренной молодежи и финансировать научно-исследовательские программы в школах и колледжах. Выдающийся интеллект Сэмюэла весьма заинтересовал руководство Объединенной аэрокосмической корпорации, и корпорация наняла Хайдена вскоре после того, как тот был назначен генеральным директором Глобального научного совета. Сэмюэл принял бразды правления ОАК через несколько месяцев после открытия агент разлома. Аргент разлома. И немедленно начал работу над проектом Аргент башни. Когда проект приближался к завершению, у Сэмюэла был диагностирован неоперабельный рак мозга на 4-й стадии. Врачи дали ему полгода жизни. Эти последние несколько месяцев Сэмюэл провел, работая над радикальным решением проблемы. Так, я так понимаю, это все. Слушайте, да, давайте в этом стриме про пистолеты прочитаем и наше оружие. Сотрудники ОАК-2 второй ступени выше получают стандартные МЭГ. Пистолеты ОАК. МЭГ. Электроматериальный гель. Это надежное и эффективное на малой дистанции оружие. Гравитационно-динамо-машина в рукояти заряжает конденсатор при движении стрелка. При выстреле конденсатор превращает импульс аргент-энергии мощностью до 4 мегаватта в упругий плазматический гель и выстреливает его с высокой начальной скоростью. Баллистические характеристики снаряда сравнимы с характерными обычной пули. Поэтому стрельба из этого оружия практически ничем не отличается от стрельбы из пистолета. Нехило. Залупили. Оружие производится из рассеивающих теплосплавов, позволявших вести быструю и продолжительную стрельбу без перегрева и снижения точности. Конденсатор МЭГ пистолета можно улучшить, придав ему возможность конденсировать всю энергию в одном мощном импульсе с повышенным останавливающим действием. Так, хорошо. А вот пушку, которую мы подняли. Плазменное оружие стало стандартным оружием военных с появлением аргент-питаемых электромагнитных ускорителей. Конструкция ружья основана на схемах плазменного оружия, разработанных в начале 21 века. Оно стреляет очередями раскаленных плазмоидов, обладающих высокой кинетической энергией. Так, дробовик. Дробовик УАК стреляет картечью, нанося большой урон врагу. Идеально подходит для скоротечного ближнего боя, но из-за широкого сектора разлета на больших дистанциях это оружие неэффективно. Оно производится из высококачественного титано-стального сплава, что обеспечивает надежность, скорострельность и мощь. Круто. Вот еще штурмовая винтовка. Несмотря на то, что в качестве стандартного оружия ОАК теперь использует плазменное оружие, тяжелая штурмовая винтовка все еще широко распространена, благодаря надежному механическому ударно-спусковому механизму, высокой точности на больших дистанциях и доступности боеприпасов. Оружие эффективно на всех дистанциях и лучше всего проявляет себя при стрельбе по одиночной цели. Если на нее не установлен подствольный ракетомет, стандартный боеприпас, патрон 50-го калибра с цельнометаллической оболочкой. И, конечно же, бензопила. Этот предмет был обнаружен в аргент-комплексе, хотя его предназначение неизвестно. Сотрудникам службы безопасности сообщили, что он, скорее всего, был произведен на Марс контрабандой. При обнаружении подлежит немедленной конфискации, поскольку практически применения ему на Марсе нет. Следует считать его оружием с черного рынка. Именно бензопила, ладно. И граната. Внешне это оружие не отличается от стандартного, но его поражающая мощь усилена до предела.
Осколочная граната УАК содержит взрывчатый состав КУМД, заключенный в корпусе стального сплава и обладает эффективным радиусом поражения до 5 метров, усовершенствованным которым подвергалась старая модель гранаты М67, включая надежный химический запал. Корпус обеспечивает более эффективный разброс осколков и предохранитель, защищающий от случайного срабатывания. Состав КУМД также обеспечивает равномерное избыточное давление взрывной волны, гарантируя ее максимальную эффективность во всей зоне поражения. Ну, кстати, мы это читали. Ладно. Успокоили себя там, что у нас высокотехнологичное оружие, теперь можно, в принципе, идти дальше. Задницу кому-нибудь надрать. Если, конечно, нам не надерут. Из каких бугаи уходят. Так. Помните, настоящий совет всегда бдим. Мы тоже бдим. Бдим. Слабоумная работа, как это получается, если за мной всегда незрячий совет бдит. Все бдят. Так, слушайте, друзья, куда я вообще пошел? Давайте посмотрим. Нам нужна карта. Что, кстати говоря, да, я пошел обратно, на самом деле. На радостях так. Помните, незрячий совет всегда бдит. Блин, придурок. Так, а выход здесь есть? Незрячий совет, который бдит. Нет, здесь нет выхода, но мы что-то нажали. Зона запечатана эвакуационной командой, для доступа потребуется 7-й уровень доступа. Так, друзья, ну мы в принципе тут все нажали. Ишь ты, какая штука! Блин, опять этот бугай сраный, а? Мало боеприпасов. Сраный гандон. Отойди от меня. Твою мать, да сколько вас мне. Жри. Пушку оторвут, тварь. Тварь, тварь! Твою мать! Гнида. Слушайте, у нас же такая подстава, я просто не успел подбежать к нему. Бдит. Так, я так полагаю, что мне туда. Температура ядра растет. Хорошо. Что вы мне напоминаете об этом постоянно? Давай, 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 давай. Гнида. Твою мать, а! Вот он пухнул. Так, сейчас здесь будет куча народу. Твою мать, а? Только этого мне еще не хватало. Ладно, здесь патроны. Не, давай, пафосно, да, вот перед этим перезарядим, да, блин, поехали. И все мимо, твою мать! Куда побежал? Вид, бугай. Скорее всего, где-нибудь сверху бегает. Нет. Броня. Ты что, этот хрень не останавливает, что ли? Твою мать, а! Гнида. Демоническая угроза уменьшена на 50%. Демоническая угроза, блин, датчики понаставили. Твою мать, а!
Синий ключ, отлично. Так, там что-то есть. Вот это, коробочка или нет? Ага, хрен. Во. Что это? Автокарта, нифига себе. У нас точки появились. Опять эта хрень, а? Получается? Твою мать, а? Так, патроны еще дополнительно тут есть. Но если я спрыгну, их не будет. Нет, тут есть лестница. Отлично. Блин, а. Так не хочется. Ваша преданность миссии по окану. Так, здесь, ладно, я понял. Вместе мы создадим новое мировоззрение и поведем человечество в будущее. Подавись им с мировоззрением. Так. Ладно, дробовик. Что-то 20 патронов. Так, без пафоса, ладно? Твою мать. Давай, мать твою. Сколько можно? Тварь, а? И поведем человечество. Демоническая угроза уменьшена на 75%. Да подавитесь своими семьями. Блин, а как же заколебали. Вы уже запомнили форму ОАК о смерти и расчленении? Смерти и расчленении. Так, здесь красная дверь. Топливо. Ваша преданность миссии ВАКА на Марс – основа нашего успеха. Вместе. Так. Друзья, смотрите, у нас тут щит. Не, ни хрена, блин. Запрыгну. Блин, ну очень хочется взять, но это, наверное, с верхнего уровня все равно спрыгивать придется. Так, давайте мы сейчас немножко подумаем, как нам быть дальше. Так. У нас есть... Что у нас есть? Это что? Это я. Так, желтая дверь. Там были синяя. Вот, кстати, здесь зона вся. Здесь, мне кажется, красный ключ нужен. Так, ладно, ничего хорошего. Так, стоп.
Слышите, там прям ноет. Основа нашего успеха. Вместе два раза. Ладно. Без пафоса. Почему он бежал отсюда? Здесь у меня начало игры было. Так, друзья, давайте мы что-нибудь сейчас придумаем, куда нам идти-то. А, у нас есть отпечаток, а куда его применять, я просто не понял. В любом случае, если у нас есть синий ключ, нам нужны в синих дверях покопаться. Надо посмотреть, в чем проблема. Так, вот это здесь отрезано красной дверью. А вот здесь мы тоже не были, кстати говоря. Давайте посмотрим. Метку я не могу. Так, переключить цели. Так. Здесь есть легенда, журнал данных, вот коллекционный предмет, броня. Так, ну что ж, давайте-то сюда, там, где мы не были. Так, это где мы? Понятно, здесь неинтересно. Так, выходим, попробуем обежать с той стороны. Так, здесь патронов нет, нет. Ваша преданность миссии Клоака Марс – основа нашего успеха. Вместе мы создадим новые мировоззрения. Так, вот эта зона у нас закрыта. Так, нам надо... Куда нам надо, надо, надо? Нам надо вот сюда. Бежать. Ну что ж. Если я прав. Это уровнем ниже получается она находится. Ой-ой-ой. Слушайте, да, мы же здесь сражались. Так, давайте поправку посмотрим. Да, мы можем пробежать там. О! Так, стоп. Это чуть немножко запутался немного. Нет, я уже не туда иду. А она, блин, на уровне выше надо было. Вот мост. Так. Странно, вот. Твою мать! Я чуть не обосрался. Гнида. Ёлы-палы, а? Блин, аж дернуло. Будьте внимательны, будьте преданы. Чёртов лисец. Нет, это не сюда. Так, мы опять на уровне ниже. Нет, не, все правильно.
Да, ну как мне туда попасть? За этой стеной. Я все понял, это потом, видимо, автомат откроет. Ладно. Здесь мы тут ничего не сделаем. Так, это от нас закрыто. Вот это место от нас. А, это я не знаю, кстати. Давайте попробуем. Так, возвращаемся обратно. Так, это тоже закрыто. Блин, это то самое место, да, оно тоже закрыто. Твою мать, а. Ладно, нам надо в синюю дверь, в любом случае. Что-то было там, что-то я пропустил. Так, давайте смотреть. В принципе, я как бы все обошел. И нижние уровни тоже. Что-то я пропускаю, но непонятно пока. Посмотрим по поводу синих затворов. Кстати, здесь аптечка. Хм. Непонятно. И там, кстати, это артефакт. Секрет найден, это приятно. Тут такой же секрет. Уровнем выше. Будьте внимательны. Теперь. Скорее всего, здесь. Слушайте, у нас там столько очков улучшения оружия, давайте посмотрим. Слушайте, я немного запутался, что очень плохо. У нас 4 очка улучшения, офигеть. Так, давайте, наверное, дробовик, да? Или не, наш пистолетик. Быстрое восстановление. Ну, повышение мощности, надо до этого дойти. Что теперь нам делать, кто скажет? Это что?
на уровень выше над нами. За стеной. Так, ну здесь мы были, мы здесь взяли синюю ключ-карту. Да, друзья, слушайте, это плохо. Не люблю такие места, где можно застрять. Вот оно. Конечно же, боеприпас. Нет? А, не-не. Не можем. Можно, конечно, вниз спуститься, там обследовать. А чё толку-то? Вот сюда надо спуститься-то, я не понимаю, что это. Давайте сюда дойдем точно. Где мы есть-то? А, там же закрыто за горячей стеной, точно. Блин, слушайте, запутался вообще, жесть. Так, давайте посмотрим по поводу дверей. Их 4, и все они в одном секторе. Желтых дверей. Одна штука, которая впускает нас на новую территорию. Так. У нас еще был отпечаток пальца, но мы его никуда не прикладывали. Ага. Так, это понятно. Ух ты, ё-моё, компенсация удара. Ой-ой-ой! Мы там были, взяли. У нас есть точка, которая показывает, куда нам идти. Это... Чем я выпускаю? О, блин, нет, 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 только не туда. Фак. Черт. Добегался. На конфетку, блин. Вы уже запомнили форму ОАК о смерти и расчленении?
75%. Отлично. Только не говорите, что я теперь ничего, никакие секреты не собрал. Не, вроде все собрал. Да, собрал. Ваша преданность миссии по АКА на Марсе основана нашего успеха. Понятно. Вместе мы создадим новое мировоззрение. Вы уже запомнили форму по АКА о смерти и расчленении. За страхами обращайтесь в жизнь по АКА. Ваша преданность миссии по АКА на Марсе основана на успехе. Вместе мы создадим новые мировоззрения и приведем человечество в будущее. Компьютер здесь не работает, ничего не работает. За справками обращайтесь в жизни в отдел кадров. Слушайте, я какого-то солдата, видимо, пропустил. Ваша преданность миссии по АКА на Марсе – основа нашего успеха. Вместе мы создадим новое мировоззрение и поведем человечество. Скорее всего. Вы уже запомнили форму по АКА о смерти и расчленении. За страхами обращайтесь в жизнь в отдел кадров. Тоже закрыто. Ваша преданность миссии. Так, а мы здесь чувака, да? Да. Так. Вы уже запомнили форму по АКА о смерти и расчленении. Со страхами обращайтесь. Так, 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 так. Ахахахах. Блин, ну что ж, желтую дверь-то надо последовать там посмотреть. Потому что, блин. Доступ предоставлен. Тупанул. Доступ к чему? Блин, а. Утечка газа ликвидирована. Твою мать, опять. Так, бочку оставим. Никого тут нету. Твою мать, а. Так. Ну ладно, разберем. Тварь, я сама себя подорвал уже. Да.
мать, твою мать! Давай, давай, давай. Уровень демонического присутствия снижен до минимально безопасного. Блокировка снята. Двери турбинного зала открыты. А, все понятно. Просто надо было гнезда уничтожить. Ну что ж. Опа, открылось. Блин, а. Давай, давай, твою мать, а. Ну ладно, хоть что-то возьму. Так, это я понял. Задержались мы в этом уровне долго очень. Двери турбинного зала, я, по-моему, знаю где. Ждет меня уже, а? Тварина. Оружие взять. Патроны. Твою мать, надо нам все-таки оружие прокачивать. Максимально боезапас был. Турбинный зал, пожалуйста, открыт. А бочка-то зачем здесь столько стоит? Температура ядра достигла критического уровня. Так, что? А вот что. Тебя, культура, что? Ах ты гнида, а? Засадил. Смотрите, прям за мной по пятам, а? Гнида, нифига себе! Ты что делаешь-то? Кабан! Всю малину испортил. Thank you.
побежали, побежали. Блин, засадили сбоку, блин. А, блин, нифига! Тварь! Блин, не заметил. В нос мне прям засадил, а? Гандон. Уровень демонического присутствия снижен до минимально безопасного. Блокировка снята. Двери турбинного зала открыты. Так вот. Давай, я вот папу сюда. Ах ты гнида. Это уже плохо. Плохо. Еще один будет точно. Кто стреляет? Появился. О, консоль-то мне не нужна, блин. Тварь, столько патронов потратил. Ребята, вы что делаете-то, а? Моя-то боеприпасов. Тварь, а. Спасибо. Где-то неподалеку активировали основную комнату управления. Должно быть, это Оливия. Так, возьмем все, что можем.
что ли? Притрианский жетон, еще один. Так. Открыть затворы. Ну что ж, давайте откроем. Авторизация. Оливия Пирс. Альфа 4-0-2. Доктор Хайден, она заблокировала меня. Она пытается открыть портал между мирами, их и нашим. Вы все равно не могли их спасти. Тварь, а? Система не даст отменить операцию никому, кроме Оливии. Придется отключать Арген башню вручную с поверхности. Так. Так, ну что ж, друзья, это выход. Да, но единственное, что я очень хотел бы понять, мы не были еще в одном месте. Смотрите, здесь... И тут прям целая зона, смотрите, там вообще мы не были. Предлагаю проследовать туда, прежде чем выйти отсюда. Здесь нас не грохнут. Ага, вот так вот. Все, мы не можем. Ну ладно, что ж. Было прохождение 3-го уровня. Всем спасибо, до новых встреч. С вами был Сафир 33 на канале ProGameTelevision. Пока.